Развитие городов, создание грамотно организованных общественных пространств и многое другое. В Мурманск приехали практикующие архитекторы со всей России. Столица Заполярья стала одной из рабочих площадок проекта «Архитекторы.рф». К созданию комфортной и удобной городской среды в России начали привлекать молодых специалистов. В Мурманск приехали участники образовательной программы «Архитекторы РФ». Проект призван обеспечить города страны квалифицированными кадрами для создания функциональной и удобной инфраструктуры. Для того, чтобы познакомиться с реалиями разных регионов России, участники проекта посетят 15 населенных пунктов в разных климатических поясах. Конкретно из Мурманска они должны, наверное, ввести впечатление от Мурманска, то есть впечатление от Мурманск как столица Заполярья, о том, как она развивается, как она может развиваться, какие векторы пути развития у нее существуют, территориальные, ресурсные, скажем так, какие проблемы существуют конкретно в Мурманске градостроительные. Прибыли молодые архитекторы в Мурманск накануне, а потому с самим городом познакомиться не успели. Пока с помощью интернета стараются выяснить, как идет работа с городскими пространствами. Любовь Дегтева из Екатеринбурга, например, уже заметила несколько интересных особенностей, которые можно выгодно использовать при правильном подходе. Я заметила, что здесь очень большой рельеф. Интересно посмотреть сейчас, как с ним работают. А еще белые ночи. Тоже интересно, как живет город, учитывая, что так много светлого времени. Сейчас сижу, читаю на Википедии, что здесь с объектами культурного наследия. Архитекторы Мурманской области для себя тоже почерпнут немало пользы. Молодые специалисты могут дать квалифицированную оценку планам развития Кольского Заполярья, посмотреть на действующие сейчас проекты под другим углом, привнести в них новые тенденции. Но на самом деле мы хотим три намеченных проекта к реализации и обговаривали заблаговременно с организатором данного мероприятия, что мы можем вовлечь как раз тех людей, которые находятся здесь и являются участниками данного конкурса, в то, чтобы помочь нам подготовить данное мероприятие. Помимо Мурманска, в нашей области участники программы посетят Териберку и, возможно, смогут рассказать, как сделать это туристическое направление более привлекательным за счет развития инфраструктуры.